Всем привет! С вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Это улыбающееся солнце. Такой необычный снимок опубликовала НАСА в преддверии Хэллоуина. Уж очень улыбка солнца напоминает главный символ праздника. Правда, землянам от этой улыбки ничего хорошего не светит. Рот и глазки солнца – это так называемые корональные дыры. Из них в космос устремляется солнечный ветер. К большому сожалению, тепла от него не будет, а вот магнитных бурь точно не избежать. Мечты сбываются. Американец год притворялся трупом, чтобы его взяли в сериал. Мужчина всю жизнь мечтал сыграть в кино. Правда, в очень специфической роли – мертвеца. Для этого он записал 321 ролик в TikTok. В них мужчина лежит и смотрит в одну точку, не моргая. Снег, грязь, вода его не смущают. Главное – убедительно сыграть. И знаете что? У него получилось. Спустя 321 день его пригласили на съемку популярного телесериала. Стражи Галактики в деле. В Филадельфии енот пробрался в аэропорт и стащил пачку конфет. Никто из работников магазина так и не понял, как зверек оказался буквально внутри стойки со сладостями. Кажется, енот отлично умеет пользоваться кассой самообслуживания. А вот как он прошел мимо службы безопасности, это уже другой вопрос. Вместо бетона – снег. В Якутске строители решили не заморачиваться с тротуаром и кладут плитку прямо на снег. Выглядит очень надежно. Сами строители говорят, что разницы особой нет, но пользователей сети уже не остановить. Плитка треснет и раскрошится, пишут в местном паблике. Что ж, это мы узнаем только весной. На этом все. Заходите на наш сайт, у нас много всего интересного. Всем пока!